Акида Ахлюсунна валь Джамаа же заключается в том, что Аллах, субхану ва тааля, предоставил человеку выбор. Как сказано в Коране, но вы не пожелаете, если этого не пожелает Аллах. Аллах, азза ва джаль, также наделил человека волей, которая при этом подвластна воле Аллаха. Таким образом, у человека есть выбор, за который он будет наказан, если станет ослушиваться Аллаха. Автор перечислил эти злодеяния для разъяснения того, что когда Ахлюсунна утверждает веру в судьбу и предопределение, то они включают в него также злодеяния, которые совершает человек. Поэтому совершение благодеяния человеком происходит благодаря содействию Аллаха Азза ва Джаль, а совершением злодеяния происходит как испытание и лишение, причиной которого является сам человек и его халатность по отношению к Аллаху Азза ва Джаль. Но при этом предопределение самого зла и его последствия относятся к Аллаху Азза ва Джаль лишь в общем.